Привет, народ! Мы продолжаем с вами играть в Minecraft Story Mode, шестой эпизод. И мы с вами упали сейчас в ловушку, которая, видимо, была для неосторожных пользователей портала. И нам нужно узнать, что же тут внизу. Тут дико темно. Давайте попробуем, давайте узнаем. Что случилось? Ничего не вижу. Well, that's ominous. Дурной знак. Do you hear that? Слышишь? Пауки. Или что это, не пауки? Клещи края! Вот и все, Джесси, ты в ловушке. Тебе не выбраться. Прямо как мне из этого мерзкого мира. Да ладно, мне удалось выбраться из передяка похуже, Кэсси. Напускная храбрость? Как мило. Не знаю, сколько времени убили с клещами края, но эти бедняжки постоянно голодные. Я в нашем месте кинул за кремень кристалла, но сейчас пошел вниз. Вы знаете, какие у них острые зубы. Я вырнул кремень кристалла компота, я понятия не имею, где они. Так, тик-так, Джесси. Что ты решишь, кремень кристалла или ваша жизнь? Отдай мне кремень кристалла, и я вас отпущу. Слушайте, это я не вижу это место, но это не значит, что я вас тут оставлю. Уверен, вы, ребята, тупики. Вы поставите здесь и даже полюбите его. Может, мы сможем договориться, а? Я считаю того, чтобы разделить их. Разделить? Типа того, чтобы раз напротив через портал, взявшись за руки. И ты меня прирежешь? Нет, хватит тянуть. Пусть вас съедят клещи края, а потом вы уже камень из ваших трупов. Просто обожаю рыбалку. Winslow, малыш. Включай ловушку! Если вы что-то сделать, правильно делай сам. Готовьтесь к смерти! Народ! Джесси! Давай, Winslow! Дурацкая дверь! Спец, набежи чекали кнопки, железные двери не открыть! Друзья, сейчас доберусь до панели управления. Давай, Да блин, я даже... Не знаю, на который прям круто и на задержку по управлению есть. Я вот нажимаю на кнопку, но она не реагирует. Я точно РТ нажимал? Ну точно, по-другому быть не может. Вот я не знаю, я сейчас нажимаю, но у меня задержка как будто. Ладно, давайте с мышкой. Да, сейчас я доберусь до панели управления. Сбивает с толку. Давай! Давай! Давай, да дергай! Только быстрее стало! Она оставила ловушку в ловушке! Паранойя! Что, думаешь, что так легко и у тебя вот так вот все получится? Хочешь получить рычаг влияния? Отдай ключ, Джесси! Ребят, нет! Нет! Привет, Джесси! Guys, holy crap, you're all alive. Ребята, вы живы, слава богам. Пока, да. Я нашел рычаг. Поставим сюда. Хорошо, приготовьтесь. Лишь бы сейчас не провафлить. Давай. А почему, мне интересно, почему реально РТ не работает? А так должно было быть сейчас, или? Не, реально, у меня что, я из-за контроллера, что ли, стол? У меня не работает РТ. Это очень странно. Не волнуйся, я нашел рычаг. Бросай его сюда. Да блин, только что Мерседж играл с ним, все нормально. Ладно, буду с мышкой. Хорошо, иди в безопасное место, я мне одна найти кремень и кресало. Ну что, не сообразительно. Мне надоело играть, Джесси. Ключ, у тебя его тоже нет? Потому что теперь он мой! Нет! Сука! Нет, мы идем домой. Сука, это не мат, если что. Это собака женского пола, так называется.
Ты не можешь делать это, только не сейчас. Он мой, Кейси, я тебе его не отдам. Давай. О, киска. Кстати, киска. О, нет. Нет, нет, Винсло, не трогай. Киска, плохая киска. Очень плохая киска. Нет, нет, Винсло, плохая кошка, прекрати. Винсло, Винсло, хорошая киска. Киса, неси хозяйке. Неси все хозяйке. Кис-к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 ис. Она такая, типа... Шо? Нет! Да, да блин, что за... Магия. А, вот и ты. Наконец-то свободна! Винслоу, ты где? Нам надо уходить. Что я тебе говорил, не уходить. Думаю, тебе стоит отдать это Кейси. Нет, боюсь, что нет. Давай! Давай! Почему пауза? Давай! Давай! В одном тебе не откажешь, у тебя завидное упорство! Ты как самурай! Твою ж! Это адский камень, Джесси. Он будет гореть вечно! Ну, Винслоу, это последнее препятствие, мы наконец отправимся домой. Давай, Винслоу. А ребятки-то нашли выход? Сидят как голуби. Ты так утомляешь. Эй, кошки, отстой! Что ты хочешь сказать? Да ты слышал, кошки, отстой! Свиньи гораздо круче! Не знаю, что у тебя за игра, но мне скучно. Что за... А, понял, отлично, я сделал это! Сейчас вы все умрете! А, нет, спасибо! Есть! Нет! Злодей повержен. Ну, Джесси, ты наверняка собой здорово гордишься. Смотри, что со мной произошло. Опять застрял. Жемчужные края кончились. И она хотела, чтобы мы в ней оказались. В ловушке. В собственной ловушке. Конечно. Мне жаль, что так получается, Кейси. Хотелось бы мне, чтобы все сложилось иначе. Мне тоже. Постойте. Постойте, не оставляйте меня тут одну. Дайте мне мой кот, мой дорогой сладкий Винслоу. Он является моим лучшим, моим единственным другом. Пожалуйста. Кис-кис-кис, чтоб тебя черти взяли. Вот так, Винслоу. Кто тебя больше всех любит? Иди к хозяйке. Вот так, вот так. Мы стоим навеки вместе, как это и должно было случиться. Пойманы вместе. Навсегда. Только я и мой дорогой Винслоу. Уважаю, все это время у нее был спрятан настоящий портал. Если только тоже ловушка. Не знаю, какая паранойя слишком даже для нее. А здесь лишь один способ выяснить. Давай, закремни, закресаль портал. Эх. Готов. Не, настоящий, смотри-ка. Пока вроде неплохо. Да, не плит был, не стрел, ничего. Okay, sure. Хорошо. Но кто пойдет первым? Мы команда, мы идем все вместе. Мы тима. Готовы? Раз, два, три. Пошли! Приключения!
И достижение получил элементарно, мой дорогой Джесси, в следующей серии Minecraft Story мода. Итак, что происходит, ребят? Я с вами, я Капитан Спакл, в следующей серии игры Minecraft сюжетный режим. После победы над ужасным тыквоголовым, найдут ли Джесси и компания обратный путь к порталу? И смогут ли они вернуться домой? Или ему готовы еще более опасные приключения? Наверное, я этого не увижу, ведь меня завалило целой тонной песка. Вы же видели, верно, да? Я такой произношу торжественную речь, и тут вдруг бум! И я остаюсь плоским. Ну вы же видели, верно? Когда мог пойти еще хуже? Сначала меня решают не брать приключения, а потом сразу бац, и я остаюсь плоским. Одно могу сказать наверняка, даже без меня еще потрясающее приключение. Вы показали кремень кресалу капитану Спаку, зубыющие... понятно. Кого обвинили после обеда? Никого не стали обвинять. Вы решили помочь или отправились за тыквенноголовым? Вы убедили других о Кэсси Роуз? Понятно. Как вы оставили Кэсси Роуз? А Гро оставили ее с котом? Ясненько. Ну что же, ребята, эпизод пройден, ребят. Спасибо за просмотр. Можете ставить лайки, подписываться на канал, чтобы не пропустить следующий эпизод, пока он выйдет. Пока что неизвестно. Как только это станет известно, естественно, я об этом узнаю. Мне об этом доложат мои муравьи из улья. Не, на самом деле не муравьи из улья. Кто-то из вас наверняка мне скажет, типа, ой, Евген, эпизод выходит. Или я на каком-нибудь игровом сайте об этом прочту. Или и то, и другое. У меня частенько так бывает, что я читаю что-то на игровом сайте, захожу в ВК, и там куча сообщений о том, что, блин, Minecraft Story мод завтра. Или что-то подобное. Что же, мы, кстати, сделали выбор большинства, что, ну, не знаю, хорошо это или плохо. В общем, ребят, кстати, еще летом есть инфа, что выходит уже наконец-то игра про Бэтмена от Telltale Games. Мы в нее будем играть, естественно. И, скорее всего, прохождение по ней будет выходить за день до выхода эпизода. То есть, вот если эпизод, например, выходит во вторник, в понедельник, мы уже будем играть. Так сказать, вот такой вот бонусяру я вам такую готовлю, ребята. Так что, все будет очень круто, вам все очень понравится, об этом просто уверен. Что же, спасибо за просмотр, ребят. Увидимся мы с вами в следующей игре. Новинок сейчас довольно много. Так что есть чем позабавиться, чем себя побаловать. Пока, ребят, до следующей игры. Пока.